Друзья, всем привет! Сегодня я с сестрой иду в теплицу, в которой есть очень много различных цветов, как уличных, так и домашних. Сестра хочет посмотреть и, возможно, что-то купить. Вот. Ну что, пойдемте. А, идем, кстати, через лес. Теплица находится очень рядом. И решили идти через лес. Вот. Очень красиво в лесу. Солнце такое светит. Просто волшебство. И похолодало у нас очень. Видите? Пар. Вообще. Ладно, все, идем. Друзья, какая красота в лесу. Солнце такое прям яркое. Смотрите, как красиво. А мы идем с сестрой в теплицу. Она говорит, хочет купить. Какие цветы хочешь купить? Герань. Герань называется? Необыкновенно. Он так называется прям? Да. Герань. Да. Необыкновенно называется? Да. Всем привет, скажи. Всем привет. Ну, повернись. Она стесняется. Друзья, мы все, вот идем. Холодно на улице стало. Минус 10 сегодня, говорят. Аня, какой цветок хочешь купить? Герань. Нравится? Нравится. Как Москва тебе? Окей. А что больше понравилось? Все понравилось. Усадьба, усадьба или Красная площадь там? Все. Асненько. Ну ладно, друзья. Друзья, пришли мы в теплицу. Называется Садовый центр. Сейчас зайдем. Вот. Идем мы. Друзья, заходим в Садовый центр. Здесь у них с весны до осени, значит, много растений уличных. Здесь и с другой стороны. Какая женщина, серьезная. Это ель. Это зимние рождественские цветочки. Мы такие были, потом погибли. Виталина вон для них специальные. Так, цветочки тоже висят, пьющиеся. Это ключ. Тут много. Какая красота, друзья. Вот какой красивый. У меня вот такой цветок был. Вот такой юбка называется. Я его залил. Так много цветов здесь. Такие вот маленькие еще. Маленькие. Называется аспарагус. Называется. Как такой мох мелкий. Красота, просто обалдеть.
Вау, какие густые. Здесь всякая земля, всякие витамины. Здесь все. Но это неинтересно. Мне очень интересно про всем рассказывать. Ой, это какой-то интересный цветочек. Мелкие-мелкие такие вот листочки. У меня насморк, друзья. Заболел под Новый год. Охренеть просто. Как теперь на Новый год гулять? Так. Еще я вот это вот не показал. Видите, сколько много? Вон сколько много у них здесь цветов. Пойдемте дальше. Вау, фиалки. Фиалочки, люблю фиалки. Сейчас покажу вам белые. Красиво. Мама сестра ходит выбирать цветы. Пока она ходит выбирать цветы, я вам вот покажу цветочки. Ой, мандарины, друзья, мандарины, смотрите, обалдеть, как много, смотрите, какая красота, обалдеть. Ой, еще ананас растет, офигеть, смотрите, маленький ананас, вот это да, я такой никогда не видел, офигеть. Вот это волшебство новогоднее. Смотрите, смотрите, они прям такие настоящие, смотрите. Видите? Настоящие. Геть. Ананас вообще меня убил, конечно. Ананас просто. Какие красивые цветы. Как они называются, а? Как они называются? Что-то я не могу понять, где найти эту вот табличку с названием. Вот как называется. Стекломен персидский. Называется. Пойдемте еще раз покажу ананас. Смотрите, сколько много их. Вот здесь. Мандаринчики прям так хочется сорвать и съесть. Так, а это вот душистая пеларгония. Душистая пеларгония вот это вот. А у меня вот такой вот вроде бы цветок. Мы его называем герань.
Это вроде бы он. Надо сестре сказать. Так, вот это вот цветок мужское счастье. Вот это вот мужское счастье. А это вот женское счастье. Болотное растение. Как пестро. Зеленое такое, салатовое с белым. Это называется хлорофитум. Хлорофитум называется. Вот такие вот. Детей запустил. Дети его. Кто-то отрывается, вот эта вот штучка отрывается. И потом сажается в горшок. И цветок начинает расти. Блин, такая красота вообще просто. Очень красиво. Каких только не цветов, каких только не цветов здесь. Ой, а это что? За цветок такой. Кактус, что ли? Крестовник. Это алоэ, обычный алоэ, я так понимаю. Это тоже какие-то алоэ. Да, алоэ микс называется. Микс. Ой, какой прикольный. Какой прикольный. В разные стороны растет. Вау, смотрите, елочка. Елочка. Офигеть. Вау, самый настоящий кактус такой, да? Да, кактус. Вот, кактус. Вау, цветет. Цветет, цветет, видите? А нет, не цветет. Как это фиолетовое? Что такое фиолетовое? Цвет. Цветы или что? Не пойму. Денежное дерево, всем известное денежное дерево. Это кактусы. Ну, сколько много. Ну, какой прикольный. Это густой-густой. Так, а это у меня тоже такой цветок был. Драцена, да, вот она, драцена. Тоже у меня вырос, не знаю, сколько метров. Вот это вот листочки падают, вот это растет, растет. Вверх. Мужчина, у нас тут... Друзья, продолжаем снимать. Какие вы красивые цветочки. Какая красота. Вау, смотрите. Да. Съемка, друзья, запрещена. Вот пришлось пойти спросить разрешение у директора. Хороший мужик. Разрешил. А продавцы ругаются, ходят. Какая красота. Красота.
Так, это опять те же самые цветочки. Так, а это Туан-Сити, которая у меня была. Рождественский цветок. Вау, как красиво. Салатовый. Да, это вот елки, живые елки. А, красота. Ну, друзья, все. Вроде бы все заснял, все вам показал. Такой обзорчик сделаю. Такая большая очень теплица. Очень большая. Друзья, все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки, комментируем. До следующего видео. Всем пока-пока. Друзья, купили вот такой цветочек. Такой красивый. Он довольно стоит. Привет всем скажи. Радостно такая, довольна, цветок купила, сейчас повезет. Друзья, посмотрите, какая красота ей в автобусе. Привет.